Найдите след основателя в джунглях. Погнали. Искали след основателя в джунглях. Они идут! Все такое глупое. Что за звуки странные? Оба, что-то кто-то что-то пропустил, настойка. Таланты. Прокачиваем, конечно же. Так, здесь все зачистили уже, ребят. Ага, вон что-то оставили. Так, отсюда это прибежал, я так понял, один из них. А вот это что за дорога? Понятно, тут ничего нету. Вон что-то лежит. Патроны. Ух ты. Завалил вас.
Кольцо хранителя. Какое-то кольцо хранителя я получил. Еще таланта опыта. Вот она. Не, это мне не надо. Так, надо к этому сейчас с чувачком с этим поболтать. Я не... Факультет? Я не знала. Но ведь его дом так далеко. Человек? Другой факультет. Не могу помочь. Но может нужно что-то еще? Я добываю вещи, факультет. Даже редкие или опасные вещи. Но он не должен спрашивать, откуда. Я также добываю информацию, нелегко, если нужно. Я слышу много интересного для факультет. Могу поделиться секретами. Не бесплатно, конечно. И хотя многие из знати живут очень долго, бессмертных среди них всего пара дюжин. Это спутники императрицы, что вкусили плоды древа жизни одними из первых и едят их до сих пор. Все представители знати ведут свой род от бессмертных. Я не... Он ведь скажет мне... Дверь какая-то есть. Телега какая-то непонятная с чем-то. Странный объект. Нелегко было. Какой-то многоликий. А это что такое, камень роя? Модификатор, так. Я не... Знать живет за счет плодов, что им дает императрица. Но с годами ее даров становится все меньше и меньше. Одни твердят, что плоды она хранит для себя. Другие, включая саму императрицу, кричат о ворах. Правда в том, что плод испорчен, и императрица пытается скрыть это. Я расскажу тебе о первом факультет в нашем мире, короле Крел. Он пришел за великим даром, но не плодом древа, нет, а чтобы забрать жизнь врага, что похитил его дочь. Императрица дала ему тыкву из глубин корней Тейна. Немногим известно, но именно тогда древо заболело. И потому факультет прокляты. Только пусть не задает вопросы. Так, что у нее есть? Оружие, копье. Броня. Оба.
Критические удары. Чё, покупаем? Так, если ему что-то нужно, броник. Я здесь. Я не... Он пришел в нужное место. Если ему что-то нужно, я здесь. Я не... Факультек! Я могу помочь ему что-то найти. Я расскажу тебе о первом факультек в нашем мире. Короле Крел. Он пришел за великим даром, но не плодом, императрит, немногим... Это я уже все слышал. А он умен, раз ищет. Так, эфирный шар. Сто тысяч. Да нафиг надо. Он ведь скажет мне, если найдет что-то ценное. Текс. Надо подойти к контрольной точке. Вот это вот за дверь, мне интересно. Закрыто. Можно пойти вверх, можно пойти вниз. Пойдем вот, наверное, ох. Мы, короче, решили сюда идти. Текс. А вот здесь что такое? Какой-то проход. Я бы так бы лестницу бы и не заметил. Yeah!
Боже правый. Так, нам надо тогда идти. Туда? Для начала. Блин, я вообще, честно говоря, уже запутался здесь. Как куда? Вон туда. И мы куда-то пришли. Ну давай, проходим. Найти след основателя в джунглях. Чё, у меня дофига. Вот этих вот штук дофига. Там продам. Да отстань ты от меня со своей болтовней. До что? Встречи. Ну ладно. Пушка Роя. Все, закончили. Талант новый появился заодно. Что? А, ну ладно. У меня полно работы. Странно, а что-то я не вижу этой пушки. Потом что ли появится? Да отстань ты от меня со своей болтовней. Что-то нужно? Что тебе нужно? Броник прокачали. А, жрать охота.
Надо со всеми поболтать. Здравствуй. Да? Я стараюсь о них не думать. Осторожнее там. Я слышал, наша командирша не первая из форта. Солнце. Ну и ну. Эй, бродяга. Знаешь, мне нравится бывать у Реджи. Он всегда всем улыбается. Что-то нужно? Я знаю, что он... Но... основатель для местных людей. Увидимся. Приветствую. Пока. Что-то нужно? Конечно. А, просто на будущее. Маки, еще что нужно? Пока. Да отстань ты от меня со своей болтовней. Так, вот здесь еще поболтаем сейчас. Чем могу помочь сегодня? Что ты хочешь знать? Ну, моя история, судьба, привет. До этого жить. Нужно еще что? Удачи. Вестник снова здесь. Удалось добыть... Спрашивай. Это лишь слабые, забытые сны. Основатель, Эндрю. Но воспоминания гаснут. Хорошо. Жизнь дорогого стоит, дитя.